такси. Драйвера. Откройте вам, пока я сапогу дам. Ке паца, ке сей. Паца, паца, паца. Наверняка вы не раз слышали своих итальянских половинок. Ваш адрес – это замечательное слово. Почему бы и нет? Поди пация. Можно себе позволить. Должна себе позволить каждая женщина. Прогуляемся вместе по Милану. Даже если мне не очень нравится выезжать в Милан на прогулки, раз в год, раз в два года мы это себе позволяем. Куда отправляемся? На Дарсену. Это такой молодежный райончик Милана, где отдыхают не только молодежь. Оставайтесь с нами, и вы не проголодаетесь и не соскучитесь. Куда же мы идем? Мы идем на аперитив в одно такое нестандартное заведение, которое находится недалеко от Навилии, от Дарсены. Чем оно отличается, это заведение? Ну, конечно, если вы хотите хорошо покушать, это не для вас заведение. Но если вы просто хотите провести время и поаперитивить, скушать немножко неполезной пищи, но вкусной, это заведение для вас. После аперитива прогуляемся по Навилью. Оставайтесь с нами, Коричини. Siamo al base. Allora, la rossa. Ma te, Giuliano, ma avevi detto una volta che come sbocco lavorativo potevi anche andare a finire nella polizia scientifica, giusto? Punto. Ma lì non c'è all'interno già una Эти заведения хороши тем, что там не обязательно заказывать ужин, но график ужина, поэтому немного заведений, которые могут предложить аперитив в часы ужина. Вы наверняка знаете, что в Италии все по часам в плане еды. Certo che si vede la luna, Giulia la luna. È la luna, amore. Giulia. La luna. La luna, Giulia, dov'è? Dov'è la nostra Giulia? Dov'è Giulia? Jules. Dove sei? Giulia, dove sei? Vieni qua, dove vai? Dove vai? Con la luna, la tua luna. Наверняка вы знаете эту песню. Фьордализо, итальянская исполнительница. Ну вот мы дошли до Дарсены. Сейчас прогуляемся. И насладимся вечером. А пока я наслаждаюсь своей дочкой, как она позирует. И некоторыми персонажами, которые вы видите. Атмосфера вечерняя. Я наслаждаюсь моментом. Ну, ты финито, фотографико. Посмотрите, как организовались столики повсюду и везде, так как можно без грин-пасса только на улице сидеть. Да. Людей... И все без масок.
Вот так и живем. Guarda questo. Вот. Люди на улице сидят, просто сидят на улице, на тротуаре, возле помещений, возле заведений, так как не могут войти без гримпаса, возможно. И даже те же туристы, да, вот так спасаются. Напоминаю, что мы находимся в Дарсине, на Вилле Гранде, Милано. Cos'è che volete? Un cocktail da sport. E dove dopo andiamo? Beh, va bene, tanto dobbiamo fare una camminata. Io stare seduta non c'ho voglia. Bravo. Могу с уверенностью сказать, что выходы с дочерью иногда полезны именно в этом формате. Пока она меня научила названием коктейлей, которые попробовала, как говорит, со мной, я посмотрела на реакцию окружающих, которые съедали ее взглядами, и поняла, что моя дочь выросла. И это так прекрасно. Спасибо, Джулия. Но, честно сказать, я не знаю, если бы я жила в Милане, отпустила бы я свою дочь в такое время одну или с подругами именно в этот район. Я не думаю. 16 лет. А как вы думаете? Volete fare un giro di Lauri, saliamo. Guarda che bello tutto Milano. Che Milano? Con la luna. C'è il lago. Lago Darsena. Andiamo, vieni. Sì, non c'è nessuno. Вот где собирается молодежь Милана. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Прощаемся с нашей Портой Тичинези и возвращаемся домой. Кстати, найти, где наливают кофе после 11 вечера в этом районе, не так уж просто. Но нам удалось найти местечко. Кстати, в этот вечер у нас была годовщина, 19 месяцев нашего знакомства. И я, вспомнив, решила сделать небольшой сюрприз Фабио. Аугури, аморе! Ma niente che ti sei dimenticato! Вау!